тут вопрос. Что посоветовать при псориазе? При псориазе чистится кровь. Кровь связана с печенью. Да? То есть это будет район у нас, зона печени. С ней нужно работать. Посмотрите, есть у меня видео на этой странице, где я рассказываю о печени. Даже, по-моему, это было на прошлом занятии. И еще, так, печень, что у меня еще было? Так, тонкая кишка. Там вырабатывается очень много. Там лежит иммунная система, по существу, вот этих, как это, волнов, отростков, да. И я показала уже, где находится тонкая кишка. То есть посмотрите тонкую кишку. Я все-таки хочу, чтобы вы сами немножко работали, да, видео. И посмотрите зону печени. Видео. Это с прошлого урока. Так? Ну, отлично. Кто хочет?